Да. Харук Никита Андреевич. 24.99.99. Украина Милли Гвардиясының Çevik Reaksiya Brigadası əsir götürülən Rus əskərinin etiraflarının əks olunduğu video paylaşıb. Əsir Rus ordusunda əhval-ruhiyyənin bərbad olduğunu, hərbiçiləri döyüşmək istəmədiyini, yemək və geyim çatışmazlığının olduğunu, eləcə də əskərlərin zirzəmilərdə qaldığını etiraf edib. Lugansk vilayətinin Rubejni şəhərində döyüşdüyünü deyən əsir, batalyonlarında olan 300 nəfərdən təxminən 100 nəfərin sağ qaldığını deyib. İşğalçı Rus ordusunun əskəri Rubejni şəhərində olan kadrovçuların qorxaqlıqlarından da bəhs edib. Özlərindən kiminsə öldüyünü görəndə, yaxud Ukraynalılar onları sıxışdıran kimi qorxuya düşüb qaçırlar və döyüşmək istəmirlər, əsir belə bildirib. Обувка, все гражданское. Много уже убитых у вас? Много. С 265 плюс-минус 10 человек. Сейчас я выкосил сразу же половину. Сразу же. Где-то больше, ну где-то человек 150 оставалось. И вот по сей день где-то человек 100 осталось. Сейчас рубежно? Где-то до 100 человек. Это осталось в вашем батальоне? В нашем батальоне, это вместе с резервистами. Люди чеченской национальности? Есть. Есть? Да. Они тоже принимают активное участие? Да. Храбрый народ или не очень? Храбрый, но ненадолго. Почему? Ну, потому что буквально там, если зажимают, их не 200, 300, они тут же уходят. Угу. То есть, либо заходят с нами, больше суток находится, им дается команда уйти назад, все. И находиться на заднем, полностью, еще сзади нас. Хочу обратиться к нашему вышестоящему командованию, которое призывает таких же парней, как и я, в основной категории до 30 лет. Оставьте людей в покое, в тишине. Вы просто люди губите. Это да, не ваша война. Вот. И хочу передать матери привет, что со мной все хорошо, я жив, здоров, сытый, относительно в тепле. Ну, все хорошо со мной. И мать передай, пожалуйста, моей бывшей жене тоже большой привет. И чтоб сына поздравляла от меня.